ночной приветик от карамельки. Вон там морда обновленная. Да, говорит, я жрать хочу, что ты, блин? Давай скорее. А вот это ее шкурочка. Молодец, девчонка, постаралась к кормлению. Правильно, правильно, чтобы не голодать до следующего линьки, так сказать. Ой, оно еще и присохло. Не, солнце, ты подожди. Мы сначала у тебя марафет наведем, имущество отожмем, да, а потом только будем жрать. Там уже разморозка размораживается. Я Зину прогнала, чтобы не спионерила. Так что все нормально. Жди. Сейчас. О, какая прелесть. Цельным чулочком. Кстати, если что, кому надо, могу продать шкурки змей. Там для всяких обрядов, для колдунства, да, для приворотных зельев, для хорошего стояка и так далее. Ну, там далее. Там почитайте, есть инструкции. Угу. По всякому колдунству, так что кому надо, обращайтесь. Такого доброго вам. Да, вышлю почтой. Предоплата. Угу. Скажи, мы такое производим, да, на здоровье людям. Шучу, конечно, но если что, обращайтесь. Уборкой заниматься, а потом кормлением. Она говорит, да, я уже хочу жрать. Что ты вот эта вот хозяйка? Давай, говорит, быстрее. Давай мы тебя посмотрим немножко. Не, ну красивая, красивая девчоночка. Обновленная версия, вообще прелесть. Ну, деловая, конечно, колбаса. Да, скоро будет переезжать в помещение побольше, этого уже маловато. Ну, и те, кто давно смотрит мой канал, уже в курсе, что карамелька не только королева дизайна, но и выпендрежа при кормлении. Сейчас, скажи, покажем мастер-класс. Вот так вот надо это делать. Угу, забороть, поймать, все уничтожить. Она думает просто, что оно живое. А это заморозка голыш крысы 6 грамм весом. Размораживаю, я уже рассказывала, в теплой водичке. Самое главное в этом процессе караулит, чтобы не спионировала разморозку кошка Зина Сфинкс, которая периодически ворует еду у змей. Да. И вот вообще-то им надо уже как бы чуть крупнее кормовые объекты. Допустим, 10-12 грамм. Мышей, ну, пока у меня таких нету, поэтому догоняемся голышами крыс по 2 штуки. Ну, 6 плюс 6, логически 12, поэтому хватает такой еды. И вот растем. И да, в марте уже будет она переезжать вместе с Катрилем по контейнерам, которые уже будут по 22 литра. Сейчас они в контейнерах на 12 литров. Это вот так выглядит, если сверху смотреть, по отношению к размерам змеи. То есть, в принципе, им этого вполне хватает. Мастер-класс по выпендрежу. Да, я вот так могу. Смотрите и завидуйте. Вот такие упражнения вы никогда ни на йоге, ни на фитнесе не сделаете. Позвоночник не позволит. Угу. Скажи, а я такая вот гибкая. Правда, там запчасти поотваливались. Ну, заморозка у меня не совсем свежая, поэтому свет у меня периодически отключают, заморозка растаивает, заново замерзает, и вот получается такое, что при поедании запчасти отваливаются. Ну, это не смертельно, поубираем. И гляньте, лежит пузиком кверху, ну, удобно походу. Спешит же, спешит, скорее надо есть, там еще продолжение, скажи, будет, я знаю. Да-да-да, сейчас солнце, сейчас ты глотай. А я пока второе промокну с водички и приготовлю для тебя. Давай, давай. Ну что, давай. Ой, говорит, буду. Да, конечно, будешь. Только аэродинамика теперь у тебя понизилась. Да, прыжки уже не получаются с полным желудком. Так что давай, кушай, я пока вот эту фигню соберу. Да я не отнимаю у тебя. Кстати, да, я походу, ну, показывала уже, как она реагирует, если дотрагиваться. Будет сейчас меня телом отталкивать, вот, пихает, пихает, уйди, говорит, это мое. Вот, упирается у меня и отталкивает. Ага, толкается. Все, не буду тебя обижать, кушай. Торопится, капец. Ну да, кормовые объекты не сильно красивые, потому что давно, 100 раз, я же замораживались, размораживались. Ну, для змеи это не принципиально. Ей главное, чтобы оно было тепленькое после разморозки, пошевелить, чтобы казалось живым, и все. То есть она, в принципе, довольна тем, что ей выдали. Этого вполне хватает. И сотни тысячный раз повторяюсь, кому не нравится, проходите мимо, не смотрите. А будете всякую фигню писать в комментариях, дружно отправитесь к банк, таким же, как остальные там матерщинники, политически озабоченные, ну и всякие нелюбители животного мира. Просто не отнимайте мое время. Да.
как-то так. Я, например, всегда говорю, не нравится, не смотрите. Я не смотрю то, что мне не нравится. Кто вас заставляет? Все, вот так вот. Сейчас лицо поправлю красиво. Все, то есть она с каждым разом кушает все быстрее. Уборка, в принципе, не составляет особого труда. Вот после чистки контейнера еще его протираешь хлорексидином и все. Сейчас вот поставлю все обратно, положу салфеточку. И будет девчонка отдыхать. Вон, фонари включила, дальний свет. Ух! Все, имущество вернула. Вот она в будку пошла, в одну из нескольких. И у нее теперь есть занятие. Можно все заново переставлять.